Всем здоров, народ, всем здоров. Вот иногда, вы знаете, сижу такой прям на досуге, думаю, дай кому-нибудь из производителей напишу. Ну и пишу всем, говорю, ребята, дорогие друзья, уважаемые производители, товарищи, друзья и братья по оружию, дайте что-нибудь потестировать. Чего-нибудь модное, интересное, прикольное, хочется прям посмотреть, чего-нибудь новиночку людям показать, потому что люди просят, пожалуйста, дайте чего-нибудь новое. Старое уже надоело, хотя мы даже старое не пробовали. Но хочется новый, короче, для контента просим иногда производителей нам чего-нибудь подогнать. Что, друзья, давайте переходить к тесту, сравним эти лампы сегодня в рефлекторе, а дальше видно будет, может, еще и в линзу пихнем, посмотрим, что это будет еще и в линзе, но это будет уже совершенно другая история. Переходим к тесту. Итак, друзья, ну что же, линза H7 F5. Ну, мы знаем, как она светит, да? Сейчас мы посмотрим. Сначала, значит, на стеночку, СТГшечку, потом в коридорчик, а потом сюда встанет Бравия. Новые и интересные. Посмотрим, что они могут друг против друга. И давайте же посмотрим теперь на стену. Что может эта лампа? Хотя, в принципе, ну что, мы знаем, что может эта лампа, да? То есть это горячее, мощное пятно, офигенный досвет в сторону. Внизу есть прогал такой небольшой, но это особенность непосредственно лампы. Но свет шикарен, то есть если мы поведем вон вверх, пожалуйста, толкает, ну, метров здесь где-то под 40-50, вон до тех деревьев. Великолепная освещенность. Итак, давайте же теперь повернем в коридор. Мощно, классно, здорово, ярко, насыщенно. Что еще сказать, друзья? Освещен весь коридор, вон поднять туда, великолепно, ребят, ровная СТГшка, все четенько, офигенно, здорово, поставили, поехали. Итак, ну что же, господа, вот он драйверочек, Саш, видно, да? Вот он маленький, двухсторонний, я просто уже взялся, ну тут перехватываться, ну неудобно, вот она красная жопа, вот он драйверочек, друзья, это Брави. Итак, давайте же, Александр, вон туда на стену. Итак, что мы с вами можем наблюдать, друзья? СТГшка ровнейшая. Ровная, 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 четкая, вообще без всяких приколов. То есть, да, можно подкрутить, подровнять. То есть, она ровная, но есть некоторые недочеты. Но вот так вот самое лучшее положение. Горячее пятно выросло в несколько раз, то есть от верхней до нижней точки. Ширина заливки великолепная, ребят. И по яркости не проигрывает вообще ни разу, вообще ни разу. А если учесть, что расстояние от верхней точки до нижней еще и выросло, то эта лампа интереснее, ребят, и она светит прям очень даже круто. Теперь давайте в коридор, Александр, перевернем. И что можно сказать? Не хуже, а даже лучше. Светить начинает ближе, горячее пятно великолепно, яркость четкая, и, пожалуйста, точно так же деревья может осветить. Итак, парни, ну что же, подведем итог. Неутешительный, но итог, друзья мои. Бравия сделала действительно вещь. Насколько это будет надежнее, насколько это будет круче, покажет только практика. Ну, на самом деле, ребят, а в данном тесте, ну, прям Бравия круче. Я вынужден снять шляпу, выдать реверанс, но, друзья, реально Бравия круче. Реально, F3, F5... В линзе, по сравнению с Бравой, ну, блин, всегда они были топом. Всегда были топом, всегда светили просто космос. Сейчас, ну вот, когда вы сравниваете, эту разницу видно. То есть вот, когда не сравнивая, возьми одну лампу, возьми другую, они светят великолепно. А когда начинаешь сравнивать, видишь разницу и понимаешь, что F5 светит круто, но Бравия прям поярче, прям поинтереснее. И особенно в линзе, если учесть, что вот эта вот полка падает вниз, и фара начинает светить, непосредственно линза ближе от капота, и вот все заливает вместе, но на самом деле это круто. Это круто, это респект Брави, молодцы, сделали действительно хорошую вещь, то есть взяли ту лампу, которая себя уже зарекомендовала, переработали полностью, посадили свои чипы, сделали новую конструкцию. И все, и пожалуйста, новая физика, по-новому светит, все великолепно, здорово, СТГ, просто космос. Так что, друзья, вот так, появляются новые лампы, которые разрывают предыдущие. И в принципе,
Можно брать и ставить, все, пожалуйста, 24 вольта, СТГ ровнейшее, свет классный, прям действительно пушка. Брави, респект, друзья. Если вы согласны и увидели все это действительно на камере, поставьте лайки, подпишитесь на канал и символ колокольчика нажмите. А увидели вы на мониторе, а не на камере. На камере смотрим мы здесь, при съемке. Вам спасибо за то, что смотрели. До новых встреч, всех благ. Пока, ребят.